излюбленный метод капиталистов – ставить наркоманов на президентские посты. Значит, даже начиная с Кеннеди, он был просто ранен на войне, угу. У него были жуткие боли в спине, и потом тот же, кто... У Кеннеди. Просто плеяда, Билл Клинтон, да, жена у него там, Хиллари Клинтон, да, значит, там, ну, есть люди, наркологи, которые объективно говорят, это человек под амфетамином, да, или там под кокаином, да. И это все американские президенты, и Байден же тоже, его же называли спящий Джо, да. А потом вдруг он в какой-то момент начинает четко и грамотно говорить, вот он опять не понимает, что происходит, Джо, алло, вот, и это, об этом же тоже сейчас и Трамп говорит, и все. Похоже, но он получает от этого удовольствие, Байден, от чего-то такого, вот, а вообще весь Третий Рейх, все тоже были на метадоне. Ну, достаточно после выступления одного жуткого человека. Да, да, это же говорят, ну, все наркологи говорят, что человек 5 часов не может так выступать. Понимаете, да? И все были наркоманы.